летим вдвоем на четырехместном самолетике для того, чтобы поснимать Nazca и Пальпа-Лайн. Но на самом деле наша главная цель – это выяснить, какие линии находятся рядом с дорогой, для того, чтобы подобраться к ним и снять с нашего маленького коптера. Поджилки трясутся до сих пор. Вот так человеку понравилось летать на фигурах Nazca. Такого я еще не видел, блин. Короче, разбег берут до полосы. Мне страшно. Тебе нет? Нет. Отдыхаю нахрен. Глаза хребило.